дальше, блин. Что? Кажется, лавочка. Опа! Нет! Дарк Грин, я ненавижу тебя! Нет! Да как это происходит? Да что? Нет! Нет! Йотр, бабчелики, и сегодня мы нашли игру, которая похожа и на Color Block, и на Tower, в принципе. Это Color Tower. Вот, и я не понимаю, почему сейчас все выше меня. Посмотрите, вот эти лапы торчащие на километр вверх, крылья. Вот этот вот... Не, а что это за давление? Пока. Нет, Даша, стой! Куда вы полетели? Я рядышком был. Короче, какое-то давление ощущаю, конечно. И, в общем, ребят, мы здесь решили биться за звание самого высокого из нас четверых. Ну да, кто выше заберется, тот самый высокий, по-моему, да. Очень логично. Все логично, все логично. Ну что, ребят, в общем, я думаю, правила объяснять не надо. Давайте, погнали. И вот, смотрите, вот такая вот штука. Я уже почему-то на первом уровне уже... А, вы выше. Ладно. А мы на втором. Ну все, ребят, я думаю, можно начинать. Давайте, согласны? Ну давайте. Кто-то упал. Ага, все. Ну, в общем, вот так вот, ребят, так это дело все выглядит. Ой, а вот это оранжевый, вот это оранжевый, пожалуйста. Да, это оранжевый. Ой, но он выглядел как коричневый, между прочим. Так, хитрим, хитрим. Желтенький. Нет, желтенький здесь. Нет, спокойно, там же все. А, я уже Ульяну догнала. Нет, я мог пройти дальше. Так, ребят, я почти уверен в своих силах. Ой. Хорошо, а я догнал другую девочку. Блин, да что такое? Я думала, ты упадешь уже. Дарк Грин, вот это вот темно-зеленый, вы хотите сказать? О, можно было сюда прыгнуть. Да, можно было сюда прыгнуть. Так, а где там остальные? Дико извиняюсь, все куда-то ушли. А что Ева так высоко? А да. Вот, потому что я выше всех. Выше всех, вот как да? И по росту, так и по тавру. Вот какая-то. Не просто! Так, вот это, пожалуйста, пусть это будет тот цвет. Спасибо большое. Так, Ульяна, по-моему, немножко не угадала цвет, я так понимаю. Нет, я жива, так. Я все в порядке. Все. Нет, я хотел чуть упала. Выше попасть. Да что ж, меня Лана догнала, бывает. Ребят. Вот эта кошка цепкая. Я сейчас еще и перегоню, так, я боялась, поэтому решила вот... Нет. Ой, Юша, допрыгал, блин, а! Допрыгал, мог еще даже сюда допрыгать, но что-то как-то не получилось, не повелось, так сказать. Оп, аккуратненько синенький. Вот этот синенький хочу дальше! Оп, ого! А Ева, вон она где уже, блин. Я на 19-м. Да куда, Ева? Да нет, какой 19-й? На 21-м. Я тоже теперь на 19-м. Нет, Ева! На 2 уровня отстаю! Пожалуйста, Ева, нет, нельзя. Ева, ты брось оп, такие... Нет, оп, пожалуйста! О, боже. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, аккуратненько, как аккуратненько. Мы поступаем-то сегодня, ладно. Мог допрыгать чуть дальше, блин. Что? Кажется, ладно. А вот и те самые проблемки, ребят. Вот те самые проблемки. Так, Dark Green, ладно, не пойду дальше. Опасность, да, опасность. Да, мне тоже далеко было. А Ева все выше и да, выше, блин, ребят. Да, блин, я же была выше. Капец просто. Вот так вот начинаешь и... И привет. Все, ух, и... я чуть не упала. Ой, а сейчас далеко очень. Да, ну, блин, ребят, как-то не идет. Ну-ка, не, о, а Ева-то уже на уровень выше. Ребят, а вот это уже такое, уже небольшая такая заявочка. Заявочка на... Опа! Нет! А, да! Ёши, не смей! А ну тормози. Смотри, я еще вот так умею. Опа! Нет, тише. А куда? А куда, ребят, я упал. Оп. Жесть. Серьёбана! Ёши, я Дарк Грин, я ненавижу тебя! Нет! Я не буду тебя нигде использовать. В одежде, в рисунках, в обложках для видео. Нигде, ты понял? Никогда больше. Все, еще и белый тут. О, я да обиделась. Блин, а я туда не допрыгал. Лана ниже меня? Лана, рассказывай истории свои. Но я совсем упала, когда падала. Совсем упала. О, жесть. Это обидно, кстати говоря. А какой у нас самый высокий уровень, скажите? Вообще, мне кажется, это до бесконечности может продлиться. Самый высокий? Я даже... О, я выше всех, как обычно. Да, как бы как обычно. Все решено. Нет, пожалуйста. Ёшенька! Да. Нет. Фу, хорошо, это сейчас было неплохо. Так, ребята, а вы куда там свалились, рассказывайте, как делишки ваши? Я выше уже тебя, Ёша, все равно. Да, а я выше ваш всех. На 39-м. Ничего, то ли еще я будет, Ева. На нет, не будет. Не будет, я падаю, ладно, нормально. Теперь я снова на 39-м. Ну, спасибо. О, что?
А почему не мы? Я не понял. Игра закончилась, а я думал, она не заканчивается. Ребят, что за дела? Я тоже думала. Ладно, хорошо. Теперь мы начнем все вместе сначала, и все будет супер по-честному. Да, а то выше был кто-то другой. Правда, здесь толкаются, и здесь, возможно, будет не очень удобно. Ну ничего, посмотрим. Ну да, ничего. Пока можно пойти взять вот эту вот пчелочку, например. Это можно? Это можно? Дайте пчелку. Нет, кажется, еще нельзя. А хвостики? Ой, нет, что-то дорого, ну их. Ну и все, и забили на это все дело, получается. Так, ну что, одна секунда, ребят, погнали, все. Телепортируйте меня. А почему у меня не выйдет это что такое? Так, ладно, все, я уже на месте Я выше меня, Лизана, чуть-чуть выше вас. Буквально просто на... Да нет, куда ты упадул? Пока. А чё так быстро? Ну, ребят, вы же видели, что так слишком быстро. Чё говоришь? Dark Green, твой любимый. На Dark Green, знаете, я вообще больше не хочу никогда в жизни идти. Тихо, вот сюда. Опа, увидели, как тут крошка-путешественница летает. Оп, а вот он я, правильно. Честно говоря, цвета здесь немножечко, самую малость непонятны. Вот самую капельку. Красный цвет, спокойно вернулся назад. Это был не красный! Ладно. Да в смысле? Я так высоко красные, была! Ребят. Да, выше, чем я. Хорошо, значит, Ульяна снова на первом месте выходит. Ага. Dark Green, отвали от меня, знаешь? Вот, не хочу с тобой вообще общаться. Ну ладно, пока вроде он меня больше не предает. Ай-яй-яй, нет, осторожно. Нет, Dark Blue! Пока. Йоши, привет! Привет, Лана, привет. Ну все, мы теперь понимаем, что все темное, это против Йоши. Да. Йоши у нас светлый. Да. Вообще, мне больше светлое что-то где нравится. Где розовый? Розовый? Вот розовый, я стою на розовом. Так, Ева не полетела следующего. Вниз? Нет, Ева еще на 16. Ева не полетела вниз, значит все отлично. Да как это происходит? Да что? Нет! Йоши, ты чего? Йоши зеленый вообще, кажется, не любит больше. Да блин, ну это несерьезно, ну что это за дела такие? Ой, беда. Ой, Ульяна упала! Я просто вниз, меня Дори позвала, знаете, как бы, и решила улететь к ней. Да ну вас! Дори позвала, видимо, еще и Лану, я правильно понял сейчас? Всех вообще, очень необщительная она какая. Очень общительная, она просто любит реально со всеми пообщаться, она такая общительная дамочка, вот. Поэтому... Ой, девочка, нет, это не тот цвет! Девочка, нет! Ой, я тоже чуть не перепутала, Ёжа, спасибо. Вот какой, я помощник, всем помогаю. У меня была просто подстава. Нет, вообще-то нет, какая же подстава? Я тут помогаю всем, значит, а нет, у меня, когда я упала, у меня была подстава, на моей штуковине не было нигде оранжевого. Да пожалуйста, господи, я ж... Так, ребят, ясно. Короче, я никогда не смогу победить в эту игру. Рассказывайте, на каких вы уровнях, потому что... Ой-ой-ой. 28-й. Короче, 9-й опять не было коричневого, и опять, в общем, я на 9-м уровне. Я вот на 12-м теперь. 21-й вот только. У меня 30-й. Да как? Все, пока, короче. Я... Все, не хочу с вами соревноваться. Должна успеть, успела. Ева, ты вообще-то меньше всех должна быть, если что. Как бы, потому что ты крошка. Нет. Да, так что давай, спрыгивай, давай. Я на 34-м. Прыжок вниз. Срочно, прыжок вниз. Йоши, Dark Green. Да вижу я его, я тут нашел целую полоску Dark Green почти. А кто-то свалился только что. Да. Такое ощущение, что времени все меньше и меньше остается. А кажется, я самая первая. Ну, там у нас вроде еще 6 минут целых, поэтому, ребят, пока что еще рано загадывать. За 6 минут надо это успеть, что... Что, прости? Как я тебе за 6 минут это успею? Я на 22-м, блин, уровне. О чем речь вообще? О, я ближе к тебе. Ну, все могут свалиться. Каждый может. Да. Но я стараюсь не рисковать. Ага, сейчас если просто аккуратно идти, да, вот, и не рисковать, то... Ой, а я вот уже рискую. Ладно, назад, спокойствие, не хочу падать. А мог вот чуть дальше пройти. Мог же? А что ж со мной случилось-то? Ладно. Ой, я надеюсь, это этот цвет. Dark Red. Вот это он же. Я, пожалуйста. Фу. Нет, это не Dark Red. Чего это не Dark Red? Почему? А какой Dark Red тогда, простите?
Как он тогда выглядит? Как в моей вселенной выглядит Dark Red? Пожалуйста, держите меня в курсе. Мне просто интересно. Знаете, блю, это просто блю, видео вот это о вот, том, хорошо. Как Йоши ненавидит цвета. Да. Вообще, просто. А у Ляни наоборот, эта игра должна нравиться. А, зеленый, зеленый. Да. Грин, просто грин. Это не зеленый. Блин. Вот, а о чем я и говорю, Лана. Я только что это сказал. Ребята, ребята. Что такое? Ты все? Ой, беда, 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 беда. Все. А я подожди. Выше, мне больше некуда идти. Я получила бейдж. В смысле? Все. Ха-ха, я уже внизу вас жду. Я могу по второму вас идти. Ева, сколько там Ева, вообще падай. Уровней? Так, 50. Так не пойдет, не пойдет, Ева, падай. Ну, блин. А... Оп, прыжочек, нормально. Я теперь не принципе, самая жив. Крошечная крошка из всех. Ты самая крупная крошка теперь. Так, звучит как-то так себе, честно говоря. Но я теперь на мостике знаете, могу когда, попрыгать. Когда круассан ешь, вот от него очень большие крошки. О, это я, да? Да. Это мои крошки. Так, фиолетовый, это меня устраивает, это мне нравится. Хотя мог дальше пройти, вообще спокойно. Но почему-то не прошел. А почему не прошел? А потому что сейчас собираюсь умереть. 2-1. Пожалуй, спасибо. А мог туда пройти опять. Но собрался не умирать поближе. Так, Dark Blue. Dark Blue, 2... Один. Ну ладно, вот с парнем поравнялся здесь на 40, теперь 5 уровне. Каком? Ты чё так близко его. Ко мне? Ну вот так вот, а чё ты думал? А так, страшно? Обогнал парня, да. А чё страшного? Уже всё, уже а игра закончилась. А я сейчас как упаду и буду ниже, чем ты. Так, а сейчас вот, так сказать, наверняка, для того, чтобы не упасть точно, я пошёл немножко направо. Так, Dark Green. Dark Green, знаешь, вот я точно тебя нашел, и пофиг, что 3 секунды осталось, абсолютно наплевать, просто вот никуда не пойду с тебя. Вот ой, только Dark Green, Йоши. Все, это значит, что такое? Я тоже выиграла вместе с Евой. О, пока, пока. О, подожди, а я тоже? Все понятно. А, да, я тоже. Все понятно. Да, тебе там совсем немножко осталось, давай сюда. Ну, блин, ну это, конечно... Ну, я, короче, рассказываю. Просто навык еще не был приобретен. Вот, еще было немножко непривычно, хотелось подальше уйти, там что-то такое. Вот, именно поэтому получалось так, что я глупо умирал. Вот так. Так, значит, нам нужен еще один реванш. Переигровочка получается. Ага. Ну, я даже не знаю. Ева согласится на матч-реванш. А, вот, Ульяна уже согласна. Лана предложила. Да, давайте еще раз. А знаете, что нашла? Над порталом сверху колокольчики висят. Ого. О, да, действительно. А чё они так высоко? Я хочу до них достать. Я хочу быть настолько высокой, чтобы достать до колокольчика. О, Ульяна тоже закончила. О, здравствуйте. Ага, к сожалению, позже всех, но закончила. Ну, на самом деле, там еще куча ребят, которые не дошли до верха, поэтому мы можно считать победителя. Ну, да. Так, ребят, ну что, погнали. У нас тут новый матч, и я готов... Уже а почему? Побеждать якобы, ой, но да нет. Ой, что такое? Как не заходилось долго очень. Ага. Да, да, как-то долго не заходилось. Да, так, обгоняем Лану. И, пожалуйста, прыжок! Блин! Прыжок, я успел. Кто-то полетел вниз, но не я. Это я полетела вниз. Так, Dark Blue. Dark Blue. Это как Dark Blue, как сыр, только Dark Blue. Что? Яна, ты где? А меня просто взяли и перекинули уже второй раз. Я думала, в прошлый раз мне показалось, а меня просто телепортировали вниз какого-то перепуга. Как? Как? Вообще нечестно. Взяла, у меня испарилась. Ой-ой-ой, ребятушки, 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 меня телепортировало в этот, блин, низ. Тоже? Вот, нет, я серьезно, я официально заявляю, я не люблю теперь, вообще ненавижу темные цвета. Dark Blue, Dark Green. Я тоже. Что это за фигня вообще? Это мне не нравится просто абсолютно. Не, вы представляете, второй раз уже такая вот фигня происходит. Кошмар. Просто второй раз. Вот белый чудесный цвет, вот он мне нравится. О, ой, да блин! Куда? Девчуля, ну его че? Легко найти сразу. Да, это точно. У меня вообще его так, рядом а не было. Блин, ребят, меня не любит эта игра, меня уже второй раз телепортировала вниз. Я не знаю, что происходит, я встала на тот цвет. Я даже не упала, меня просто телепортировали вниз. Что происходит? За что? Что-то нечестно как-то. Вообще нечестно. Да, и я была, между прочим...
выше, чем я ждала. Да, Ульяна бы сейчас со мной была. Угу. А ты опять крошка, не крошка. Я 22-я крошка. Ой, пока, все. Все пока. Все. Вот где этот light green, когда он так нужен? О, я видел. Оба-на. Это я успел заснять. Это не смешно вообще. А кто смеется? Я знаю, как это больно, ладно. Я ни в коем случае не смеюсь. Я просто говорю, что я заснял это. Я была на 22-м, а сейчас опять на 17-м. Мне просто виск твой очень понравился. Да уж. А, ребята, здесь, кстати, нельзя, оказывается, друг другу мешать. А я уж было переживал насчет Серьезно? Этого. Но нет, все, да, все нормально. 3, 2, 1, нормально. Можно было чуть выше залезть, но я не залез почему-то. Почему, не знаю. Не спрашивайте меня, просто кое-кто. Dark Red. Блин, Dark Red. Где он? Я не знаю, где он! Да... Я не хочу, все, я отказываюсь. Я в чуть не залипа от меня. Серьезно, я ненавижу эти дарк цвета. Ну что это за дела? Я просто... Ой, я уже просто прыгаю. Ай, ладно, короче, все. Я вниз полетел. Все, ребят, я... Хочется закончить на этом видео, потому что... А где коричневый, ребят? Посмотрите. Ноль коричневых было вот возле меня. У меня так с Dark Red'ом было. У меня сейчас три раза подряд такое было, Ева, чтобы ты понимала. Ладно, ужас. Два. Ёж, один раз можно было там схитрить, конечно. Я бы тебе отдала свою победу. Не надо мне таких побед. Нет, все, я хочу честную победу, ясно? Какие у вас там левела, вот скажите лучше. 40. У меня 32-й. Меня опять откинуло вниз. Перекинуло. 32-й. Какой 32-й, господи. Че? Вот грин, вот какой грин, это или вот этот? Вот я буду на этом. Ладно, пойдет. Девочка, привет, прилетела ко мне девочка. Вот можно было пойти туда, но все, я больше не делаю резких движений. Я теперь хожу максимально аккуратно. Вот вообще, аккуратнее меня нет людей на этом свете. Ага, вот сейчас умираю, да? Я умираю или живу? Живу или умираю? Живу, ладно, допустим. Допустим, меня такое устраивает, допустим. Короче, видео будет называться «Йоши страдает в течение столько-то минут». Мне кажется так, потому что это так и происходит. Вот где ты? Вот где ты, а? Спасибо, нашел. Ой, у меня вообще допустим. Далеко. Кстати, тут на некоторых уровнях есть такие островки безопасности, и, наверное, можно туда зайти, вот, да, которые да, уровни можно с постоять. Круглыми числами. Так, а я мог дальше пойти на Dark Green другой, но я уже просто хронически их боюсь, и у меня реально фобия, мне кажется, этих Dark Green'ов. А я выиграла. Да так, в смысле? Да прекращай. Ну все, а что, смысл мне дальше тогда идти, все? Все, нет смысла, получается. Я всего лишь 22 уровень. Меня попробовать обогнать. Хотя нет, наверное, не получится. Ну, все. Все понятно. Издевательство надо мной. Просто чистой воды. Да нет, Ёж, на самом деле очень прикольная игра, но я уже, видимо, дохожу до конца. О. И мы повторяем то, что у нас было в прошлый раз, если я сейчас не да. срываюсь и не вижу. Не надо, не делай этого. Не вижу. Ребят, если что, у меня все нормально с цветами. Типа, я не дальтоник или что-то такое, у меня такого нет. Просто, ну... Вот хроническое невезение, серьезно, это как понимать вообще? Вот беленький. Беленький, кстати, почему-то долго выбирался. Я не знаю почему, я успел пройти почти один этаж. Тут можно взять скорость, не понял, что это за спид. А это за робоксы, кажется. А, я уж думал, что типа до 30-ки доходишь, можешь, в принципе, бегать быстрее. Но, ну, видимо, можно. Нет. В принципе, если ты хочешь потратиться. Не особо. Надо по-честному проходить. Ну поэтому... да, я тоже считаю, что это нечестно, потому что вон потратил 289 робоксов, и раз, у тебя скорость плюс 30, или прыжки плюс 30. Ну что это вообще такое? Да, вообще да, кошмар. Непонятно. Так Лана, получается, закончила, да? Да, Лана тут со мной. Понятно. А кто-то еще закончил? Нет, если ты обо мне, то я еще прыгаю. Нет, я имею в виду, в принципе, там ребята, может быть, есть. Ну да, тут двое вроде было, сейчас один человек остался. Но не факт, что они закончили, может, они просто ушли. А, ну да. Ну, может, это. А может, только пришли, как вариант. Ну да. Ну, это мы уже, я думаю, увидим после. Нет, я заговорился! Все. Так, в общем, ребят, я думаю, на этом я буду заканчивать. Я заговорился, потом я вспомнил о том, что мне надо цвета искать, но что-то я вспомнил слишком поздно об этом. В общем, не получилось у меня стать самым высоким, отвоевать, так сказать, свое место. Вот это зеленый, нет, все. Я пошел вниз, я из принципа все, больше не буду проходить, дайте я спущусь вниз. В общем, ребят, всем большое спасибо за просмотр, а я теперь официально крошкой
оказался. Мы с Ульяной теперь две крошки, если вы не знали. Вот, можете ждать переименования канала в крошка Ульяна и крошка Йоши. Так что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. 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 Пока.